В Абакане сотрудники ФСБ накрыли мастерскую, в которой незаконно изготавливали и сбывали оружие. Оперативники изъяли целый боевой арсенал, включая несколько автоматов, винтовку Мосина, самодельный пистолет с глушителем, 4 ружья, гладкоствольный обрез, а также 17 заготовок для изготовления оружия. Там же нашли килограмм пороха и больше 1000 заводских боеприпасов и самодельных патронов. Вооруженный до зубов изготовитель задержан при попытке продажи пистолета Макарова. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.